А вот рекордсмена России по строгому подъему на бицепс Саида Абдулаева встретили в махачкалинском аэропорту родственники и друзья. Дагестанец отличился на представительном всероссийском турнире в Москве. Там Саид Абдулаев показал лучший результат в состязании по строгому подъему на бицепс среди юношей до 19 лет. Он набрал 55 килограммов, выступая в весовой категории до 60 килограмм. Тем самым махачкалинец обновил рекорд России в этой дисциплине и весовой категории. Напомним, Саид Абдулаев является выпускником 11-й махачкалинской гимназии, сейчас учится в Дагестанском художественном училище.